Добрый день, уважаемые участники международного конкурса Golden Time International Festival. Разрешите вас поздравить с участием в таком знаковом событии. Мы подводим сегодня итоги 20-го сезона конкурса. И нам посчастливилось судить ваши работы. На суд жюри было представлено огромное количество разнообразных, разноплановых работ. И чтобы выбрать, мы применяли несколько различных критериев. Во-первых, это возрастная категория, принадлежность любителя или профессионала, возможность того, что насколько целостная работа, и вы смогли донести вашу идею и смогли воздействовать на нас как зрителей. Еще раз я вас поздравляю с участием в таком замечательном конкурсе. Итак, я готова назвать конкурсантов, которые получили наивысший балл. Итак, Стелла Крамаренко – 10 баллов, Анастасия Ефременко – 10 баллов, Чернявская Лилия – 10 баллов, Кузнецов Владимир – 10 баллов, Елизавета Денисова – 10 баллов, Катерина Швейкина – 10 баллов, Логинова Марина – 10 баллов. Дорогие конкурсанты, поздравляем вас с итогами подведения 20-го сезона конкурса. И надеемся, что вы получили удовольствие от участия в этом конкурсе. И это будет еще одна маленькая победа в вашу творческую копилку. Желаем вам успехов, творчества и процветания. Добрый день, дорогие участники международного конкурса Golden Time. Меня зовут Ксения Роми. Я руководитель галереи Art Gallery Everyday в Москве. Сегодня мы подводим итоги 20-го сезона конкурса. Хочу отметить, что участники проявили все свои таланты, и было сложно выделить лучших. В каждой возрастной категории есть художники, которые заслужили наивысшую оценку. Я поздравляю всех конкурсантов с участием в таком престижном международном конкурсе. Готова объявить работы художников, которые хочу выделить особенно. Татьяна Шумова, Андрей Наумик и Зуфар Гимаев. Дорогие друзья, желаю вам дальнейших творческих успехов, процветания и вдохновения.